короче, нашлась наша Уська. Она живет у нас теперь вот в подвале. Не подходит ко мне. Вот еле-еле я вот ее так кормлю. Еще соседка кормит. Ешь давай, ешь, кушай, Муся. Вот так вот. И ушла. Я ей положила. Жидкого корма дала и сухого положила. Тут водичка у нее стоит. Женщина одна сердобольная тоже кормит. Муся, кс-кс-кс-кс-кс. Айда, кушай. Вот надо отойти, чтобы она поела. На руки не идет. И похоже, уже лишаю у нее там на загривке. Как ее ловить, я не знаю. И надо ли теперь ее ловить, потому что лишай принесет она и на остальных кошек. Кс-кс-кс-кс-кс. Айда, Муся. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ну, вроде поела чуть-чуть. Кс-кс-кс-кс-кс. Муся. Муся. Ну, короче, я не буду ее, наверное, ловить, потому что мне ее изолировать некуда. А лишай — это такое дело, которое не выведешь просто так. А схватимся. Муся! Кс-кс-кс-кс-кс. Вылезай, иди сюда, иди, ешь. Я тебя не трогаю, ешь. Вылезай, иди сюда. Вот, надо далеко сидеть, чтобы она не боялась вылезти. Зачем уж она меня боится, я не знаю. Короче, на загривке у нее там шерсти что-то нету, будто бы. Это такое пятно. Близко не рассмотришь, но, по-моему, нету шерсти там. Поэтому теперь я не знаю. Уже домой ее не возьмешь такую. Не знаю, что делать. Да и на руки не идет же. Если бы хоть на руки шла, можно было бы что-то придумать. А так как я ее сейчас ловить буду? Дурная кошка, конечно, да. Слишком дикая. Не смогла я ее приручить. Хотя, ну, в принципе, она ко мне-то шла. Даже подходила, чтобы я ее погладила. Сына боялась. Может, из-за этого, из-за того, что сын ее пугал. Не привыкла к людям. Вот так вот зовешь, орет, выходит, но близко не подходит. Ладно, Мусик, кушай давай, я спать пойду. Я с работы приехала. Теперь делать вот так вот, придется кормить ее на улице. А лишай я даже не знаю, тут, ну, это надо дома в домашних условиях лечить, чтобы постоянно можно было там, ну, чем смазывать, что ли, наверное, мажет чем-то. Короче, я не знаю, рисковать тоже боюсь. Там 4 кошки заразятся, так это вообще капец будет. Все, кушай давай, Муська. Всем привет. Очень давно ничего не снимала. Все как-то работа, дела. Тяжело въезжать в работу после такого классного отпуска. Поэтому отдыхала от камеры. Сейчас по делам собралась, немножко нужно сделать кое-чего. И как раз-таки схожу покормлю Муську. Злая корм. Надо ее покормить. Тоже. Это мой дом. И Муська у нас теперь вот здесь вот где-то живет.
Блин, даже водичку у нее убрали. Молоко поставили. Муся. Ну, тут вот эта баночка стояла с водичкой. Муся. Иди сюда, иди скорей. Куда вот корм-то ей? Теперь я даже не знаю, куда ей корм положить. На бетонку, что ли, прям? Кс-кс-кс-кс-кс. Муся! Пс-пс-пс. Ты моя хорошая, ты там, что ли? Иди сюда. Иди скорей. Кс-кс-кс. Ай да кушать, иди сюда, моя хорошая. Пойдем. Пойдем. Пс-пс-пс-пс. Ну, куда ты убегаешь? Ай да, моя хорошая, иди сюда. Муся, куда пошла? А, вон тебя куда поставили. Ай да, пойдем. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Пойдем, моя хорошая, кушать. Масечка моя. Вот она меня не подпускает к себе. Кс-кс-кс. Ай да, кушать. Давай, кушать. Да, моя хорошая. Иди сюда. Ай да. Кс-кс-кс. Не подпускает меня к себе. Тут вот хотя бы тарелочка у нее есть. Сейчас мы ее... Красная, конечно. Ну, что, моя хорошая? Иди сюда, иди. Кушай, кушай. Кушает. Тут у нее проплешина такая на загривке. Кс-кс-кс. Ешь давай, ешь, небось. Ешь. Куда пошла? Как будто бы лишай. Когда ты успела-то лишай схватить, а? Чё ж тебе дома-то не сиделось? Алда. Муся. Нестерилизованная она у меня осталась, зараза такая. Убежала. Как теперь тебя вот ловить? Я ж тебя теперь не поймаю. Иди сюда, иди, ешь. Трясется сама. Иди сюда. Кушай, кушай давай. Муся. Муся, пс-пс-пс. Кс-кс. Иди сюда. Иди кушай. Кс-кс-кс-кс-кс. Давай, кушай давай. Кушай, кушай, небось. Вот, что это такое? Очень похоже на лишай. Маленькая моя. Теперь я даже не знаю, куда вот я как. Своих четверых. Остальных заражать. Лишаем. Его выведешь потом. Сами еще заразимся. Блин. Не знаю, что делать теперь. Мама говорит мне, значит, так должно было быть. Раз она сбежала и обратно взять невозможно, значит, так должно было быть. Не знаю. Жалко мне ее. Такие вот дворовые котики тут тоже. Ешь давай, ешь. Кс-кс-кс. Муся, доедай давай. Трусиха маленькая. Доел несколько кусочков. Вон там котик сидит, он прям породистый. Или кошка это. Такой прям пушистый. Этот кот уже Муську обиходить хочет. Она уже взросленькая. Вот она вся чешется, вся в блохах, наверное, в там в подвале блох полно. И лишает, пытается вылизывать. Ну все, блин, сюда и сбежала из дома. Ладно, пойду я по делам. Пакетик выкинуть надо. Да еда, давай, да еда. Кушай. Ешь. Короче, я Муську покормила. Сейчас поеду по делам. У меня сломался фен.
Надо срочно его ремонтировать, потому что утром перед работой волосы у меня не успевают высохнуть. Обязательно нужно отремонтировать фен. Поеду, короче, искать, где делают ремонт. Короче, сервисный центр я так и не нашла, открытый в праздничные дни. Зато вот, блин, пропорола себе колесо. Наехала сейчас на бордюр, пока разглядывала вывески. Зараза. Там прям щель. Пока не сдувает, конечно, но, блин, все равно надо заехать налаживать. Короче, мне сказали, что можно просто спереди назад перекинуть. Перекинуть мне спереди назад. Диски точились. На заднем колесе вообще сильно точился диск. Ну, если я, конечно, правильно понимаю. Я же тут как бы в этом не сильно шарю. Короче, мы как подумали, что самый кривой диск мы сейчас будем исправлять. Потому что это дорого. У меня сейчас на все диски, не все диски кривые. Но в итоге вот хотя бы самый кривой и вперед поставим. И остальное назад. Сейчас покажу самый кривой диск. Даже видно, как он находится. Видно? Да. Короче, не буду я им мешать со своей камерой, они там смущаются все. Ну, договорилась, что я им сделаю такую небольшую рекламу. Вообще, на самом деле, я всегда приезжаю именно сюда. Это вот около Эссена старого. Вот старый Эссен у меня за спиной. Я приезжаю всегда к ним. Колеса перекидывать, там дыру латала я один раз в этом колесе. Вот, так что... Ребята хорошие, делают всегда все нормально, качественно. Так что, нижнекамцы, приезжайте в пятое колесо, которое около Эссена. Вот, пятое колесо около Эссена. Такая небольшая реклама, ребята.
Они молодцы. Вот так я сейчас сниму на камеру. Короче, пятое колесо. Они работают круглосуточно. То есть, если даже ночью вы едете, у вас колесо пробило, можно заехать. Вот старый Эссен. Ну, нижнекамцы все знают, где он находится у нас. И мальчишки хорошо все делают. Молодцы. Чуть не забыла сказать. Мне сделали хорошую скидку. Так что, ну, конечно, все равно дорого получается. Но исправлять литой диск — это всегда дорого. Ну, вообще, как бы... Не рассчитывала я, конечно, сейчас на такую трату. Ну ладно. Значит, будем чем-то другом себя зажимать. Значит, без пены поживу. Так не бросается? Ну, когда все отлично. Да, это вы видели, как было? Да. Все устраивает? Да. Они уже его надувают, заклеивают. И там еще какая-то стойка амортизатор длиннющая, которая... В общем, я приехала в свой двор. Прощаться. Большое спасибо, что смотрите меня. Спасибо за подписку, за лайки. Мне очень приятно. И ваши комментарии я все читала. Спасибо, что пишете. Подписывайтесь на канал. Всем добра. И всем пока. Счастливо. Всем привет. Иди, иди, кушай. Мусечка, Муся. Кс-кс-кс. Иди, моя хорошая. Я приехала с работы. Муся. В общем, корм купила. И вот Муське по пути насыпала. Ну, и тут еще пара кошек была. Вон там еще одна. Мусечка. Короче, у меня радость. Муська далась мне в руки. Но я ее сейчас домой брать не буду. Она с лишаем. Надо ее сразу, как только
у меня выходной появится. Ну, как будет выходной, короче, надо ее сразу к ветеринару. Мусечка. Кс-кс-кс. Иди сюда, моя хорошая. Ты наелась что? Иди ко мне, моя девочка. Моя маленькая. Иди сюда. Она тебе моя девочка. Ты моя сладкая. Она соскучилась. Сейчас приду, руки помою сразу. Иди сюда, иди. Иди, моя девочка, хорошая. Иди сюда. Соскучилась. Да, моя сладкая. Ну, лишай у нее там на загривке вот тут прям. Сейчас сразу надо руки вымыть. Иди, моя хорошая. Ну все, ладно, пошла я.